Здорово, танкисты! Всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Lesley Games. Сегодня у нас на обзоре немецкая премпетесау 8-го левела «Скорпион G». Да, вот такой вот замечательный, красивый танчик. И сегодня у нас полноценный гайд и обзор по этой машине. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. Итак, господа, коллижн модель нашей ПТшки, ну и тут быстро. НЛД-35, ВЛД-31, надгусеничные полки по 30, сама рубка 14, сбоку 14, 16, 41. Брони нет, нас пробивает спокойно даже 6 левела. Что касаемо орудия, смотрим. У нас 9 левел, 490 альфа на основном снаряде и голдовом, 630 на фугасе, 246 пробития на основном снаряде, 311 на голде, 65 на фугасе. Именно за хорошего пробития 246 эта ПТ-шка хорошо подходит для фарма серебра, потому что пушка позволяет играть без голды. 12,2 секунды заряжается пушка, 2410 альфа, 0,3 точность, очень хорошая точность, суперкомфортное время сведения 2,1 секунда. И это все на стоке. Касаемо полевой модернизации, во втором блоке ставим облегченную ходовую, в четвертом блоке улучшаем точность и ставим настройку параллакса, в пятом блоке либо ставим штанговый перископ, либо настройку эжектора. Мы либо улучшаем себе обзор, либо улучшаем незаметность. Вторым слотом берем разведку. Итак, я уже переоделся, все, Петрович с вами, мехвод. Ребята, что касаемо оборудования, здесь вариантов много. Я поставил классический вариант для кустовой ПТ-САУ. Это досел, это рога, они же стереотрубы, это маск-сеть. Можно сделать более мобильную такую версию полусреднего танка и поставить, например, малошумку вместо маск-сети, а вместо стереотруб поставить просветленную оптику, пожалуйста. Почему нет? Также здесь может зайти улучшенный прицел и улучшенные механизмы поворота. Потому что, честно говоря, ПТ-шка что на месте крутится плохо, что вообще в целом башня у нее медленно крутится. С УМП гораздо все на месте это дело будет быстрее. По снарядам. Бронебойный у нас основной тип снаряда, подкалиберный, голда. Скорость полета на бронебойном 920, на голде 1150, а осколочно-фугасный летит 920. Бронепробитие, кстати, 65. Не так уж много. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я поставил доп. Паёк, чтобы максимально раскачать возможности данного агрегата. Экипаж. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Технические характеристики нашей машины. Что касаемо орудия, у нас минимально комфортный УВН в минус 7 присутствует. Заряжается пушка у меня чуть больше 10 секунд. Штраф за то, что командир не переобучен на данный агрегат. Странно, конечно, прем ПТ-САУ. Здесь как бы вопросов не должно быть. Ну да ладно. Вот, хорошая сочная альфа, очень хорошее пробитие на основном типе снаряда, на голде так хорошая еще и скорость полета снаряда. Вот, касаемо ХП, 1150, как для кустовой ПТ-САУ, в принципе, для 8-го левела это норма. По мобильности у нас все хорошо, 60 вперед, 20 назад. Итак, немного теории, чего мы добились таким оборудованием, таким экипажем. Что касаемо огневой мощи, у нас минус 7 УВН, у нас хорошая скорость полета снаряда, что на ББХе, что на голдовом снаряде. Отличная альфа, сочное пробитие на основном снаряде, голда у нас может подхватить хорошей скоростью полета снаряда. Вот, ну, менее 2 секунд время заряжания, разброс у меня 0,26. Точность, ребята, 0,26, ДПМ 3 косаря, и это круто. Касаемо ХП, у нас 1150, и как для кустовой ПТ, САУ 8-го левела это вполне себе сносно. По мобильности вообще все хорошо. 60 вперед, 20 назад, вот, почти 17 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности, перк незаметности вкачан у всего экипажа, и у нас
почти 37%. Обзор на стереотрубах бомбический, 516 метров. То есть, если наша команда сливается и мы встречаем врага, нашего обзора хватит, чтобы еще хорошенько настрелять по врагу. Итак, по плюсам и минусам машины. По орудию, единственный минус — это отсутствие УВН, минус 7 это не так уж много. В целом, в остальном пушка имбовая. Что касаемо ХП, достаточное количество, чтобы нам быть кустовой ПТСАУ. По подвижности у нас все отлично, танк хорошо едет вперед. У нас при такой сборке оборудования отличный обзор. То есть есть все, чтобы много настреливать. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, на что, собственно, эта ПТ-шка способна. Так, господа, обзор боем у нас ПТСАУ немецкая. Скорпион G. Тяжей очень мало у врагов. Попробовать перекатку поймать вражескую, даже не знаю. Давайте мы все быстро разделились, я не буду тратить на вас боекомплект. Перекатка будет? Будет. Хорошо. Вы недооцениваете мою мощь. Хорошо. Вижу пробитие. Все, поиграл, нормально. Полтораху дали. Ой, хорошо. Двушку дали. Еще помощь к ним поедет, нет? Поедет. Это здорово. Ой, замечательно. Замечательно. Еще поедут. Ой, как мы хорошо сюда приехали, ребята. Может, еще помощники будут? Три танка из раненых, да? Что ты трусишь? Поехали. Пробитие. Splendid. Вот и все. Проблем-то. Что 122 ТМ, ублюдок. А. И тут просто трупов. Куча трупов. Все норм. Сейчас, подожди. Трех удали, ребят, в атаке. Мы играли
не в кустах, ребят. Ну, зажить тут будет тяжело, но мы попытаемся. ХПшек нет. Ёлку нехорошо сыграл, всю зеленку выпушили просто. Блин, ну хпшек вообще нету. Трёху дали, ребят. Скорпион просто охеренный агрегат по дамагу. Ну, повезло по перекатке, конечно. О, наш на захват стал, ща поедут. У нас хороший обзор. Там у нашего вдвоем ехали. Втроем въехали. Гусеница восстановлена, можно ехать. Нужен ремонт. Не, бесполезно. Не хватило. Мы ни по захвату не успевали никак. Но, увы. Увы. Вся зеленка откисла. Вся. ЛТВот просто у них от бога сыграл. Поражение. Первое место по урону. Ребят, вот как наша команда сыграла. По нолям. До 1000, чуть больше 1000 мы дали 3. В два раза больше любого игрока, вот из этих даже. Вот так вот. Да. Скорпион же мечта многих танкистов. Реально, может играть как кустовая, может играть как полусредний танк, как вот мы сейчас сыграли. Поехали специально на перекатку, они стали в кусты. И да, мы угадали, поехал дофига танков, которые мы неплохо подамажили. Ну, для этого есть мозги у танкиста попробовать предугадать действия противника. Тачка комфортная. Да вообще все кустовые ПТшки наподобие вот этой СУ-130ПМ это комфортные кустовые ПТ-САУ. Рекомендую машину в ангар приобрести, иногда кататься, фармить серебро, получать, так сказать, удовольствие. Да-да. Ребята, у кого есть такая ПТСАУ в ангаре, пишите свои комментарии, как вам она, какой вы на ней используете оборудование. Я знаю, что дофига танкистов на ней катают на просветленной оптике, но мы вот
катаем на маск-сети и стереотрубах. Ну где-то это оборудование же надо ставить, оно же есть среди оборудования. Вот я решил сюда и поставить. И иногда, особенно в сливных боях, стереотрубы и маск-сеть, безусловно, помогает. По пятибалльной системе твердую четверку эта ПТ-шка заслуживает. Ребят, ставьте луксы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока! Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.